«Опасный груз» – так называются профилактические рейды, которые проводятся сотрудниками госавтоинспекции. Их цель – предотвратить ущерб, который может быть нанесен людям и окружающей среде неправильной перевозкой опасных веществ. В их перечень входят сжатые, сжиженные и растворенные под давлением газы, легко воспламеняющиеся жидкости, взрывчатые и отравляющие материалы. Всего список насчитывает более 3000 наименований. Такие рейды проводятся ежемесячно. Вот и на протяжении этой недели с 7 по 13 февраля на дорогах округа сотрудники ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Щелковское проверяют автотранспорт на соблюдение правил перевозки таких грузов. Целью данного мероприятия является обеспечение проверки транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов. Особое внимание уделяется соответствию конструкции транспортного средства, техническому состоянию и дополнительного оборудования, ДОПОК, так называемого, а также соблюдением водителями режима труда и отдыха. Нам рассказали, что свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов выдается подразделениями госавтоинспекции. Водители должны пройти обучение и иметь специальное удостоверение. На данной автомашине мы проверили документацию водителя, путевую документацию, наличие документов, предусмотренных правил дорожного движения, наличие документов ДОПОК на осуществление перевозки опасных грузов. Также проверили режим работы тахографа транспортного средства, который позволяет контролировать режим труда и отдыха водителя. На этой неделе такие рейды проходят ежедневно. За нарушение правил перевозки опасных грузов предусмотрена административная ответственность водителя в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей, либо лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Для юридических лиц штраф до 500 тысяч рублей. За 3 прошедших рейда выявлено 8 нарушений при перевозке опасных грузов. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.